Всем привет, дамы и господа, я рад вас видеть и, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо большое, что смотрите мой канал, смотрите мои видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, поверьте мне, это очень важно, и я радуюсь, что то, что я делаю, нравится вам. Сегодня будет короткое и необычное видео. Я хочу вам рассказать про канал Паши и Тани. Возможно, многие из вас, кто смотрит мой канал, кто любит видео про путешествия, смотрят и другие каналы на эту тему, и вы уже знаете Пашу и Таню. Но, возможно, есть те, которые не знают про них и не слышали. Это канал, о котором я узнал уже, наверное, более полугода назад, после того, как Илья Зверьё снял видео, где рекомендовал несколько молодых каналов, в том числе мой канал и канал Паши и Тани. С тех пор я подписался на их канал и являюсь постоянным зрителем, мне действительно интересно смотреть их ролики. Их канал называется Flypanks TV, что расшифровывается как Flying Penguins, летающие пингвины. Их канал почти полностью посвящен путешествиям, причем путешествиям не обыкновенным, а самостоятельным. То есть это когда люди абсолютно самостоятельно, без помощи разных турфирм, едут в какую-то незнакомую страну и полностью все сами для себя организовывают. Всю программу, все отели, все трансферы. Конечно же, всему этому сопутствует множество разных приключений, которые они снимают на свою камеру, монтируют ролики и выкладывают на свой канал. Собственно, все то, чем занимаются все блогеры, в том числе и я. Ребята очень любят Азию, и их путешествия в основном проходят именно по азиатским странам, таким как Таиланд, Вьетнам. Сейчас ребята находятся на Бали. Лично я год тому назад был в Таиланде и могу вам сказать, что это действительно очень интересная страна, в которую хочется вернуться и не один раз, потому что за один раз ее очень сложно охватить. Так вот, помимо того, что ребята сами путешествуют по этим странам, сейчас они еще и помогают путешествовать другим людям, другим желающим, которые точно так же хотели бы окунуться в эти приключения, но их останавливает, возможно, страх, возможно, отсутствие опыта, какая-то неуверенность в незнакомой стране, возможно, незнание языка. Это может быть все что угодно. Так вот, ребята собирают специальные группы людей, которые хотят точно так же путешествовать и полностью руководят процессом, занимаются всеми организационными вопросами, и таким образом каждый желающий может прочувствовать все эти путешествия на себе. Одна группа таких путешественников недавно закончили свои похождения, и видео об этой поездке вы можете посмотреть на канале летающих пингвинов. А сейчас Паша и Таня собирают еще две группы на февраль и на март. Я не буду пересказывать всех условий и подробностей, то по каким местам будут проходить эти путешествия, сколько это будет стоить. Вы можете все это узнать, посмотрев видеоролик, ссылку на который вы можете увидеть здесь или здесь, где угодно. Я могу лишь сказать в двух словах. Во-первых, Таиланд — это достаточно простая для въезда страна, для граждан россиян вообще не нужна виза, для граждан Украины нужна виза, но она получается уже на месте, очень просто, в аэропорту. Ее дают всем желающим. То есть для того, чтобы окунуться в эти путешествия, вам нужно всего лишь собрать свои чемоданы, взять деньги и купить билет на самолет. Чем, опять же, отличаются такие самостоятельные путешествия от поездок через турфирму? Тем, что это достаточно бюджетные путешествия. Все обойдется гораздо дешевле, чем если же ехать через турфирму. При этом вы увидите не только отель в каком-то городе, а увидите, ну не знаю, множество городов, множество достопримечательностей, возможно, полстраны объедете. И все это за достаточно скромные деньги. И также бонус, вы станете героями новых видеороликов на канале Паши и Тани и сможете пересматривать эти видеоролики как сериал. Поверьте, эти приключения вы не забудете никогда. Я абсолютно убежден в этом, потому что сам люблю путешествовать, и я знаю, что это такое. И глядя на видеоролики предыдущих путешествий Паши и Тани, я уверен, что такие поездки не забываются никогда. Я бы сам с удовольствием присоединился бы к этой группе. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сообщить. Если вы еще не встречали канал Паши и Тани, заходите на их канал, подписывайтесь, если вам интересно, смотрите их видеоролики. Если же хотите присоединиться к ним и попутешествовать по Таиланду в самом ближайшем будущем, переходите по ссылке, смотрите видеоролик с условиями и связывайтесь с ними. Я думаю, что вы не пожалеете об этом. Спасибо большое за ваше внимание. Не сидите дома, путешествуйте, открывайте для себя мир. Всем удачи, пока!